Приветствую! Этим видео хочу начать на этом канале новую серию об узлах. И покажу здесь, как связать две веревки травяным узлом. Допустим, надо вот две веревочки связать. Эту кладем вот так вот петлей. Вот так. Эту берем вот так вовнутрь пальцем протаскиваем. Потом вот этот конец заводим вот сюда. Потом заводим его вот сюда, вот под эту веревку. И все, вот он, узел сформировался. Можно затягивать. Также легко можно и развязать, если нет нагрузки с двух сторон. Просто вот это вот вынуть кверху. И все. Вот так вот просто можно связать две веревки. Ну что ж, на этом это видео я заканчиваю.